Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой родины» приняли участие в церемонии награждения победителей 4-го фестиваля кинодебютов «Магия кино». Напомним, в этом году в нем принимали участие более 50 конкурсантов. Лучшие фильмы выбирали по 7 номинациям. Победителями стали участники из Санкт-Петербурга, Луганска, Ростова-на-Дону. Сразу в нескольких номинациях лучшими были признаны работы нашего театрального центра «Жаворонки».